Всем здорово! Сегодня у нас гайда подзаборного алкаша Брюмастер. Алкаш поганый, всех заставляет пьянчить вообще. Я вот помывшийся, готов затащить за него. Я уверен, что мы затащим. Вообще команда попадется лучшая в мире. Я уверен. Я в это уверен, команда будет просто победителей. Опа. Че у него интересно вот за таланты? 3 маны секунды для 25 скорости атаки, сопротивления и скорости передвижения. К силе или к времени возрождения, к урону или броне от воинов. Так, первый скилл. Сносят землю, нанося урон всем врагам в области действия, а также снижает их скорость атаки и передвижения. Обвиняет жертву из-за этого, что медленнее передвигается, из-за чего та медленнее передвигается, медленнее и может промахнуть медленнее. Что? Из-за того, что медленнее передвигается, медленнее и может промахнуться при атаке. Что? Здесь у нас 4 за день пережить. 40% шанс промаха 70%. Нехило. Шанс уклонения, шанс крита. Критический урон 200%. Ну и ульта, понятно. Да, сейчас видим. Это все знают, тут разделяется на 3 медведя других. Начинается мочилобжоук. Хотя, в принципе, тоже неплохо за снайпер. Снайпер и Зевс. О, Рикер! О, будет подная карточка. Ой-ой-ой. Это будет поднявочка, я чую. Понятно. Так, здесь нормально загрузится. Стоять. Телефончик. Здесь все нормально загрузится, все будет окей. Грузись, не надо тут рассказывать. Так. Скалидула лекарствами. О, видеется, да ладно, давай. Почти провиднелось. Ну давай. Давай, Даша. Prepare for battles to battle. Так, чё прокачается первое? Скорее всего, пассивку. Я должен прокачать пассивку. Так, чё? Паузу хорошо, блядь, отлагается за ним. Это время. Face Boots он покупает. Face Boots. В принципе, чтобы догонять, чтобы бить. Замедляешь, догоняешь, типа. Тактика, все дела. Так, тактика, фигактика. А пуш скандал уже. Это... Да, мне редко когда пуши пикаются. А вот, кстати, давно это Брюмастера вообще не видел. Чтоб кто-то пикал его. Так, крючки. Я не знаю, как я за него буду играть, я за него играю второй раз в жизни. Я даже не помню, как первый раз играл. Вообще не помню.
какой-то русский педик какой-то. Уэйд пишет. Я помню, когда я искал только Америку, короче, нашел там одного русского. И он сказал, ай, русские тут опять. И потом я читал. Я помню, я когда еще учился играть, это вроде тучку не кинул за реки. И он сказал, типа, чё офигел, мамку имел и ревнул. Прям до конца ревнул. Я офигел. О, так, ну чё. Лакашка, так, ага. Опа. Да, пистол бэк. Все, и кровь. Зевс. Ну, по-любому надо ждать. Или игру не засчитали. Давайте подожди, давайте подожди. Мы никуда же, мы же никуда не спешим с вами. Нам некуда спешить. Thanks, bro. И себе тоже. Ага. Кто отжимает? Рики. Репутрики. Естественно, реп. Из-за того, что он пикнул Рики, можно репут. На закуп стоит, закуп. Какой-то странный. Вот-вот, вот это закуп топ. Я вот боялся, что он так закупится. И у них может. Ооо. Зачекай закуп ВРки и снайпер. Походу они должны быть в одной тиме. Звук, когда он бил, как он бил. Фейс будет, я всегда знаю, что ему нужны. Фейс. 8 там. Звук готов. Круто. Почему я не пью? 3 минуты, да ладно, ты сегодня зайдет. Че это за жизнь не зайдет, что я. Я буду очень печаль, если он не зайдет. Будет надо заново гадить писать. Есть время. И вот.
зашел, я уже боялся. Я уже боялся. Уже попочка трепетала. Ну, понял. Могила. Вот так. Да, не, вот, а вот видите, Верка купила сапог, она не умеет. Вообще прикольно, мне нравится его анимация, все дела. Нравится его стиль, то что он типа бухающий парень такой. С бочкой бегает. Вот это топ. Я еще помню, как Warcraft. Третий. Первой доте его. Почему-то в первой доте мне больше всего запомнится. Этой шапочкой. Может там панда вообще какая-то. Небо собирает блинк, Люгер. Опыт еще вылетает, дает. Тут еще. Попробуем, блядь. Собираюсь в акт, короче. Опа. Чё, у него шестого нет, да? Чё он вообще без шестого делал? Я думал, лучше ещё жрать начнёт. Подожди, я швидку. Так. Пустые. Угу. 16 секунд. Типа перезарядка очень долгая, очень долгая. Так, хочу собрать какие-то поехавшие предметы на него. Здесь Акс тоже блин сейчас собирает. Выпадайте. Выгоняйте. Нифига он там. Шестой. Упужал шестой жрать может. Вообще. Топ.
пушка вот специально хухает этих крипов. Может он это делает специально? Я даже не знаю, как здесь подошел, но он просто ошибку сделал. Так. Ага. Пропустил. Сейчас за лаги. Потери сети. Лагов нет, а потери сети. Нет, маны не хватает. Лёх. А ну пойду, наверное, на базу лучше, потому что маны ни хера нету. Оп. Давай, алкаш, на базу. Ё-моё. Я могу это изменить кое-как. Вот так. Чтоб не лагало. Сменится ли это? Или это вообще не зависело от этого? Я говорю, загадка. Да. Система просто золотая, понимаете? Да так повезло, повезло. На легионке у меня вообще мудаки не попадались. Ну, конечно, кроме того, гали. Винил баш. Время, да, обязательно срабатывает. Акс, атакс, давай-ка. Подлезался. И херась там. Пацанов. Тут пацанов прессуют. Что это такое? Такой хитрый алкаш, так. Все опять ни хера нету. Просто джиггернаут мне, блин, по жопе надавал, не то. Так, вообще, мэн. Рики хотел сделать. Это видите? Ладно, не важно. Не важно. Транквилы. О май гуднес. О май дэм.
штучку, но его сначала бы. И ульту не вкачал. Вообще, я ульту не вкачал, я вообще не ждал. Перестал бить его. Так. Процент. Так мало. Херово мы залетели, парни. Блин, Рики, булавку целый так, конечно. Как уже есть уже. Есть. Не выучу. Как будто стихотворение в школе. Без... А вот добавить, конечно. Блин, мне нам же школе стихотворение задали. Огромное опять. Развел всех. Ща будет. Ща будет, блин, купим. Чё там, Владимир? Владимир Атхильчик. Хорош, хорошо. И команде помочь. Агоним. А если без Аганима, а? Так. Опа. Опа. Блин, дог. Владимир. Никто больше не собирает. Владимир. Мало кто играет. Мало ли кто играет в эту игру. Печалька. Шипко, шипко, давай, давай. Маны нет вообще. Секунд.
Вообще нет. Полегче пури, не иди ты там не ходи, шорт. Сексуальный предмет довольно-таки. Отвечаю. Тысяча хп у меня всего лишь. Меня больше, чем меня. На троечку. Ни разу не звучит, что пультовал этот финал. Поджигернаут, док. Что джост ебали? Опс! Вот это везение. Неудачник поганый. Чё там, блин, ну это жесть, конечно. Ещё бегу как сучка на базу, никому не надо. Алекс 16. 161 рубль. Он сейчас собирает. Почему никто не вылаживает? Хочу подсмотреть, что тут собирает. О, может быть, его снайпер. Кристаллис. О, Торинус. Торинус это топ. Че Зевс там так опасно? Один ходит. Опа, вот все. А может и все? А, может, да. Просто что-то один куда-то далеко зашел, такой, конечно. Не в тот район, как говорится. А вообще можно сделать все движения на 300 миллионов кэлоров. Не тратил он тут свой статус. Что это за жесть? Чего у него ульты так быстро охеревают? Вроде так недавно там ставил.
их начинают унижать. Обоссался. Кто-то подходит, я думаю. Раз он не... Дайте мне одного крипа добить. Батюшка готова. Подпалить мне. 15 урона еще дает. Я чуть раньше этого не знал. Обычно после блинка возвраточка лучше, чем возврат. Плохо. Да. Да, играю. Херово. Фильм, я вчера два фильма посмотрел, а норма фильмов в день у меня. Я за два дня посмотрел. Поэтому вряд ли я с мамкой буду встречать. Ух, вряд ли. Произошло. Ну это же снайпер. Как для чего ему еще ульта? Что-то жесткий. Продолжай стоять. Трём против троих. Маны нету, не. Так мало маны у этого героя, просто невозможно. Просто маны вообще нет. Просто нету ее. Ее просто не существует. Поэтому нужно видеть. Все закрыло. Да,
Так. Нет. Почему этого героя так мало, мам? Будем исправлять. Сейчас, пацаны, с Владимиркой прибегу. Убивашка, о. Кстати, чувак, это которого чувака похож голос из игромании. Там чувак, который... Мистер Кран. Херово. На, вот это жесть. Просто жесткач. Уже нет хит. Вот и есть. Пять регены, между прочим, это от чего от этого? Что-то нас по одному вырезают, парни. Но Shadow Blade. Да ладно. Вот этот пивер надоел, чтобы шумал вообще пивер. Он об зарядку убился. Так, что тут здесь происходит? Так, что это? Прячься. Ой, пидор реально. Отлично, подпушить надо. Чтоб не жаловался я, что так мало маны. За дефт. Отлично. Но, правильно, это знаст. Я деф. Там было 5 магов. Спрашивайте. Передвижение самое полезное. С фейс еще бутсами. Оу, ноу! Рикет имеет. Почему нас имеют, парни? Здесь. Осторожно. Один в поле не воин. Thank you.
Дурачки. Не понимают моего стиля. Сноб, естественно, был. Понимаете, Владимир Кекторин — это имба. Чага сразу не дал, так что пиздец. Можем у них пописать им в святыню. Нет, они пописать не в святыню. Я воплотился за такие слова. Нахера лучше башню пушили, а не эту святыню. Конечно, вообще дело. Ради этой святыни пошли туда. Рейки, да уходи, не надо. Видишь, они тебе не помогают, Рейки. Ты один самый лучший парень, Рейки. Только я оценил твой труд, люблю тебя. Так. Вокманни и их здоровье еще получим сейчас. Изи, а Катаринчик тоже сейчас выведи. Они же стакаются, надеюсь. Мы сможем, ты веришь в нас? Опа. Ты еще маны. Опа. Даже не успел его прожать. Пирач. Ну и чё они сделали? Писюн. Пирач, чем это делано. Так, давайте-ка. Всем нужно подхлебнуть после боя жесткого. Все бегут, давайте. Все отопьем, давайте. Готовим кружечки. Избочки. О, все, отпили, хорошо. Застолье. Дефай, задефайте кто-нибудь. Нормально, снипер задефай.
косарика хп. Там все убежали, я аж обоссался. По этой линии будем. Так. 20%, это интересно, сколько она будет. Секунд. Ага. Ну давай. Ой-ой-ой, хера у меня мало хп. Скажи 27. Да, 78. Хилиться смогу. А, нет, соси член, да, ой. Просто как, только просто. Просто как. Все, пускай напишет ок и не забил. Вот так. Ой, соси, я потом тебе отвечу. Ничего не буду отвечать. Только сейчас же спаун крипов. Даркмун, даркмун потом. Когда бонус. Я уже выбил все, что можно даркмун. Все ачивки, все достижения. Все-таки собирать это я хочу. Видите, видите, какой у меня жесткий, какой жесткий зак без гнимника. Так, Сирики. Всем взял так. Давай. Ни хера, ни хера. Я умер.
Теперь мне не смешно. Теперь мне, мать его, не смешно. Cash again. Надо бы всем пойти, а то мы как-то слились вообще по гейсу. Всем собраться и пойти там по низу, по миду, куда он думает. Когда нас гриф сбрасывает? Когда ты черепа просишь? О! Ау, палящий парень. Вот так. Найс, блин. Давай умри. Yes. Ну, естественно, а кто убивал? Сир, бля. ТМЗ и Мегом, конец. Они ничто. О, вот о, нихера, тут нет башни. Пф, изи. Окей, без проблем. Клипы пушат, ай-яй-яй. Ты бы раньше хоть сказал, что у тебя задание это действие. Так. А, хорошо. А, что сказать, гадейский отменный получился, отменники. Ну-ка. Да. Такой гайд просто. Забили, просто зашел, затащил, помылся, зашел, затащил, убил. Все. Моя тактика. Изи.
Давайте, мне же нужно сделать еще заветную тему. Проходи себя, пожалуйста, пожалуйста. Ну, видели, как стачил. Я понимаю, я сам алкаш, поэтому я умею играть за алкаш. Так, пока у нас тут грузится, но могу, как всегда, показать Пеппу свою. Смотрите, Пеппа, Пеппа. Все дела. Еще миньончиков. Ой-ой-ой, что там пыльный. Понимаете, миньон нахер никому не нужен. Пыльный будет пылиться. Отельный бред, который я не проверил. Может, я выиграл там 2 миллиона долларов. Сможем посмотреть, до которого он будет. Да, там 0-0-0-112-2016. Выходится долго, очень долго. 3 часа спустя. Так, опа. 16 косарей, это вам не шутки. Так. Опа. Фига, тоже здоровая география. Глубоко в скулящих горах в долине, что под разрушенным городом древний орден Ойо веками практиковал свои ритуалы священного помутнения, соединяясь с миром духов посредством грандиозных хмельных праздников. Рожденный плоскостной матерью от отца небожителя, молодой Мангикс стал первым, кто совместил в себе таланты обеих линий. Он занимался с величайшими эстезами ордена, со временем заполучив с прилежной верностью и к напиткам право соревноваться за титул хмелевара, высшего звания во всей спиртотворческой касте. 9 дней Магникс сажался и пил до последнего. Обе аспекты были одинаково важны, стараясь одолеть и перепить старшего мастера. 9 ночей они шатались и крутились, спотыкались и наносили удар за ударом. И так до тех пор, пока воин постарше наконец не совалился на землю в пьяном ступоре, и его соперник был наречен новым хмелеваром. Теперь новый молодой хмелевар вызывает к силе предков Ойо, дабы те дали ему скорость в общении с посохом. К своим предкам, небожителям, он взывает, когда пользуется магией, и подробно всем предыдущим хмелеварам его родины его посланы путешествовать по миру с единственной целью. В бродяжничестве он постигает просвещение сквозь принятие алкоголя, пребывая в постоянных поисках ответа на древнюю духовную загадку, пытаясь надумать ту самую мысль, которая вновь воссоединит духовный и материальный мир. Да. Такой он поехавший, это вообще просто. Так, нужно до часа дотянуть 59 минут. Сейчас пока оценим. Я прям до часа дотяну, понимаете. Оп. Снаряжение. Мне кажется, даже без снаряжения он лучше. Согласны? Согласны. Бочка реально стоит. Ну, тут мешок какой-то. Пока сетов на нем нет, ну, прикольно. Это мастерстика. Две победы, да? Затащил просто, затащил. Просто. Так, оп. Специально, чтобы час был. Оп, 5 секунд. Все, всем пока, мои любимые.